Виїжджали вони двох за рулем по Хрещеновській. Вони це хто дружить? Вони тривожить поки. За кермом хто сидів? Хрещеновський Олександр Васильович. Це хто такий? Заступник начальника охорони. А заяць де сидів? От, з правої сторони. Ну, 16 ноября я якраз знаходився на роботі, где-то примерно 17.05, 17.10. Валерий Георгиевич зайшов ко мне в кабінет, попросив, щоб я його отвез на його же автомобілі, його домой. За кермом вибори була? Так. А заяць де сидів? Он ззаді мене слева сидів. Позаду вас? Так. Я начал выворачивать налево, впереди стоял «Жигуленок», и в момент моего маневра «Жигуль» сделал такое резкое движение вперед. Я подумал, что может быть столкновение, но я никакого там удара не услышал, ничего. Вроде бы так все нормально. Ну, Валерий Григорьевич так закричал, говорит, что это за удар, или что это за посторонний звук какой-то. Я говорю, да ничего, нормально все, он говорит, стоп. Ну, подъехали почти вплотную к Кирсовской. Он говорит, я, говорит, пойду посмотрю. Я говорю, да все нормально. Что там смотреть? Он говорит, нет, давай, я, говорит, хозяин машины. Значит, А что нормально? Вы бачили, что зипнет? Ну, я ничего не видел. Я еще приоткрыл дверь, я говорю, Валерий Григорьевич, Владимир Григорьевич, пойду за документы, потому что у меня там сумка в машине осталась на стоянке. Вот, и... приоткрыл дверку, сказал ему, говорит, хорошо, давай. Подхожу, уже какой-то громкий разговор уже идет. Из того характера разговора, что там происходило, я понял, что они считают, что он был за рулем. Я там начал, ну, к нему не было, к нему вообще не протокнется. Они его вступили какой-то борьбой, все кричат, значит, ругаются там. Сотрудники полиции требуют от него там куда-то поехать на какое-то свидетельствование. Ну, я там несколько раз ходил, говорил, какое масштабство, я за рулем был. Тем более там пару полицейских проходило, одному сказал, второму, никто на это не обратил внимания. Суд заступив щодо учасників постановив клопотання захисника задовольнити, викликати повторно в судове засідання потерпілого по факту адміністративного правопорушення. Передбачено статтею 124 Кодексу про адміністративне правопорушення. Сосновський Олександр Анатолійович.